вечер в нашей пресс-конференции принимает участие главный тренер Федерации сегодня. Ну, я хочу сказать то, что сегодня очень плохо начали, да, несмотря на это, после этого вошли в игру, и, в общем-то, мы выступали 3 раза по ходу матча, и здорово, что мы сумели выровнять результат, да, но соперник пробил более лучше, чем мы. В общем-то, интересный, напряженный матч, я хочу сказать, что считаю, что... В общем-то, играли очень неплохо, да? Соперник играл хорошо. Так что равная игра. Спасибо. Все. Ну да, я в продолжении. Интересная игра получилась, и эмоциональная. Вот. Мы наоборот. Начали хорошо, очень хорошо начали. И второй период полностью проиграли. Вот. А в целом, честно говоря, нужна была эта победа, вот, мое выстрелило, так сказать. Хотя и вели в счете, но могли и проиграть в итоге. Поэтому этой команде была, нужна была победа, мы добились. Вот. Благодарю соперника, как обычно, хорошая игра получилась. Вот. И, ну, конечно, мы довольны, это уверенности добавит наша команда. Пожалуйста. Вопрос. Тем более, этот бизнес онлайн. Валерий Геннадьевич, в чем связаны вот эти все перестановки постоянные? Ни одного стабильного сочетания, в принципе, в игре не было, ну, кроме вот звена Варнакова, Степлтона. Постоянно и Свитов играл в нескольких звеньях, и Обухова на Томаша Винцура меняли. Кто-то выпадал или... Ну, у нас небольшая проблема с травмами. Связана с травмами, 2 центральных нападающих. Там надо повнимательно посмотреть, потому что там были замены в большинстве, потом уже концовку, так сказать, играли те, кто так, ну, старые наши. Они в обороне, в общем-то, лучше выглядят, и, в общем-то, концовку они проводили. К ребятам никому претензий нет, но они еще адаптируются, вот новенькие, и к системе, в общем-то, и к команде. Спасибо. Все. Спасибо.